Итак, с внеземной радостью сообщаем о леворульном Nissan дизеле Atlas. Походу. Честно, нигде ранее не видел и не будет от Dongfeng Kangman не увидел бы. А у нас он мутится под названием DFM. Там вообще много чего, но мало чего есть. Я попробовал пошукать в китайской версии интернета и понял, что Китай в обычный интернет не лазит. Ну да ладно. Это же грузовик, и походу больше его никто пока в Мухадрупинске не продает, а зря. Я все-таки залез на фирменный сайт Dongfeng и понял большую разницу. В отличие от российских производителей, китайский Dongfeng производит все. И дизельные тяговые электровозы, и очень много того, чего нам бы хотелось, но у нас не стоит как-то. Правильно-то назвать сам Dongfeng тем же детищем совместного автопрома. Да вот только у нас до последних 10 лет ВАЗ был в попе. А там все как-то по-другому. 5 тяжелых грузовиков, 3 автобуса, 5 среднетоннажек, 5 облегченных из этой серии, 2 пикапа. Это коммерческий транспорт. Да, и 53 модификации самых четких легковушек. Так, фигня, типа ВАЗа и хреназа. И это только одно из подразделений китайской всемогучки. Для нас же более чем впечатлила жесткая покатуха на летней резине в гольную свежегололедную попу. На летней обутом китайско-японском автомобиле. А обратите внимание на то, как на летней резине гольный грузовик рассекает свежак в снежный при каких-то 90 дизельных лошадках. Вот так вот. Да я прям сейчас и за руль, но в ту пору я озвучивал машину популярным саундом. А там его много. Поэтому в очередной раз отрублю трек и скажу. Блин, ну не долбанная и никому не нужная растаможка, то можно было бы рысачить на бескапотном грузике. А так, сори, только для города.